Привет. Привет. Несем на воду. Так, как же это называется? Это не байдарки. Полин, как называется? Сабборд. Сабборд несем на воду. Присоединяйтесь к нам. Погода, правда, не очень. Ветерок, холод. Но у нас такие отважные. Ага. Так, спускаем на воду. Теплая? Ага. Ну что такое, холод и вода теплая? Ну как будто бы купаюсь где-то такая. Уточки на воде. Уплывает. Уточки испугались. Надо еще вспомнить. Так, один должен бежать. Держись. Ну, погодку вы выбрали. Классно. Классно? А в самой ножке замерзли. Да нет, сейчас он приплывет. Лес горит. Плывет моя внучка. Это какую надо смелость иметь? У меня сердце замирает, а ей все равно плывет и улыбается. Выскажи свои эмоции. Я не первый раз катаюсь. Ну, все равно. Успокаивает, класс.
Как твои ощущения? Нормально. Ну, нормально или... Ну, хорошо. Приятно? Да, всем советую покататься. Встречайся на том берегу, там удочка. Котик рыбу ловит. Здесь много мальков. А, он мальки ловит. Вон тут там стучит, плывет, наверное. Какая-то котик тоже наблюдает за тобой. Жизнь идет, так что надо пробовать что-то новое. Вот мы уже покатались на сабборде, на байдарках катались недавно. Надо что-то познавать. Это же все интересно. А, плыву я. Зрители. Иди сюда. Здоровые такие. Улитки. Улитки. Глянь. На травке были, да? Подожди, я подойду. Мы их отпустим, конечно же. Их там просто куча, одна на одной сидит. Когда-нибудь видели такую? Большую? Вот она, стоящая. Их очень много там. Они уже вот присосались к сабборду. Таких. Куда мы их отпустим? Водичку. Ну, здесь, а? Ну, вот что, там? они куда надо, им обуплывут. Они же под собой сейчас. Камыши, может? Да они уплывут, Поля, они. Все, пусть плывут. Они сейчас по дну пойдут. Иди, мам. Я тебя прокачу. На маме. Хочу, но не сегодня. Сейчас главный у нас каскадер готовится. Развернуться не сможете. Не так разворачиваться. Смотри, куда прет. Удает. Спасателям звонить будет. Она у нас каскадер, что там говорит. Сейчас камыши. Ставьте весло. Весло в воду. Ну, все, она может. Давай круг еще. Человек. Так, смотрите, как клюв. Торопиться не надо, Петь Галь. Вы прямо сейчас пока равновесие поработаете.
зайцы. Зайцы где? Какие зайцы? Где-то назад, зайцы. Весло переверните не той стороной весло. Вот. Как ощущения? Страшновато. Страшновато. Ну, а вообще кайфово? Кайфово, конечно. Тихо, равновесие. Ноги дрожат. Смотрите, отсюда пятачок будет. Опа. Ну, классное ощущение, конечно. Вы что, я тут это... А вот там вот внизу плавники. Вот. Ну, я уже увидела, перевернули, я уже увидела. Еще съездит, да? Так, вот так, да? Не сильно на правильно сел, Галь, поближе, да, сюда. Посередине, там же... Вот эта лодка двухместная. Да? Да, там один с той стороны, а другой с той. Можно сестру посадить. Ты, Антон, не хочешь? Покататься. Не хочешь, не хочу. Ну, она у нас каскадёр. Все затаили дыхание. Смертельный трюк. Опасный. Поплыли. Это моя сестра. И лет ей 58. 59 даже ошиблась. Как вы думаете? Какие же вы клюшки старые, если на сабборде катаетесь? Да. Клюшки старые на лавочках сидят. Нет. Не дождетесь. Мы не сидим, не дождетесь. Мы так будем. Так, главное, чтобы эти не сломать, да? Тормоз. Ой, здорово. Можно еще вот. Пойдем. Только когда поворачивается, надо не так, а от себя, то есть внутри. А-а-а. Так быстрее поменять. Как умею. И если надо резко затормозить, весло в воду и держать. Понятно. Опа! Поплыли. Посмотри на свою дочь. А? Посмотри на свою дочь. Да вижу. Своим состоит. Пофиг все. Придала скорости, уже страха нет, плывем со скоростью уже. Нет.
Как ваше впечатление, Галина Анатольевна? Вот так вот. Мне очень нравится. Я бы еще с удовольствием подольше. А в купальнике это вообще здорово. Ну, в купальнике холодно сегодня. Ноги мерзнут. А летом это здорово. Чего, где вы раньше были? Мы бы тут с Людмилой Анатольевной зажигали бы. Так, все. Сбор.